Ты скоро закончишь. Не сейчас, не время тянуть резину. Если пройдет копья, увидят. А твое нытье быстрее дело не пойдет, ясно? Кроме того, я тебе уже несколько недель назад просил починить фургон. Точно, я все время... Фу, простите. Точно, я все равно не понимаю, почему это должен делать я. Это не мой фургон. Просто, блядь, делай это. Ты из нас один не занят работой круглый день. Отвези его в авторазборку к Энди, он передо мной в долгу. Ладно, просто заведи машину, я сделаю это завтра, хорошо? Вот, кажется, все. Попробуй завести и давай убираться отсюда. Че, все? Вот это все? Мы едем? Что-то постоянно едем по одному и тому же шоссе. Дорога одна, да? Вот, ладно. 21.13, 21 ноября 91 года, Майами, Флорида. Это что за океанариум? Аквариум. В чем дело? Ты что-то нервничаешь? Ну, босс. Что-то хочешь сказать? Говори смело. Слушайте, мы уже давно друг друга знаем, босс. Вы много для меня сделали. Хватит любезностей, давай к делу. Отлично, я хочу завязать. Я уже слишком стар для этого, я чувствую себя слишком... мягким. Слишком мягким? Слишком мягким для чего? Чтобы стрелять в людей, жопу свою подставлять под пули. У меня уже давно такое чувство, что я скоро сорвусь. Мне все снятся эти сны. Сны? Хочешь уйти? Уходи. Но сперва? Ты для меня сделаешь одно дело, лады? Какое дело? Ничего сложного, авторазборка в центре, 32-я авеню. Теперь они снюхались с колумбийцами и перестали нам платить. Не волнуйся, это просто уличная шпана. Для тебя разобраться с ними, расплюнуть. И потом я смогу уйти? Да, хотя ты сможешь спокойно вернуться, если передумаешь. В качестве прощального подарка захвати-ка образец нашего нового продукта. Возможно, он живит твою новую скучную жизнь. Ладно, это мед? Что это? Че, нельзя поубивать русскую мафию? А то у меня на них что-то как-то... Уже глаз наметан. Окей. Так, какая моя тачка-то? Так, а где выход-то? А, нету выхода. What? What? Ладно. А, вон выход. Я думал, что это окно. Я хотел в эту сесть, но ладно. Сяду в эту, так и быть. No mercy. Седьмая сцена. Здесь нужно пройти... с глушителем уровень. Так. О май гад. Застрял в двери. Нормально. То есть мне нужно... патроны не тратить, да? Ах ты, ни хрена себе. Окей. Так. Кто здесь есть? What? О, боже мой. Там тоже были окна. Что? Мне уже не хватит по-любому. О май гад, ладно. Как можно убиться? Хочу убиться. Убился об стену. Выходи. О май гад. Пока. Спасибо, что пришел сам. What? What? Отлично. Или не очень отлично. Понятно. What? Я... What? Я на... What? Я прицелился и нажал, он ушел из-под прицела. Нахера нужно автонаведение, если оно не работает? Окей, я стою в начале уровня, меня убивает. Да почему? Он же прямо передо мной! Это говно не работает нормально. Так, где он? Фак. Да вот, ёпарь СТ! Слушайте. А, да, я забыл про это, сори.
Ладно. Ты тоже не против, да, получить? Почему? Он стреляет! Там же нету этого сраного препятствия, он в него попадает почему-то. Окей! Почему он стреляет не туда? Автоприцеливание же, алё, гараж! А, короче, это говно работает через жопу. Понятно. 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 Ладно, все понятно. Окей. 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 О боже мой. Ох. Так, ладно. Прочитал описание ачивки, там, оказывается, надо только первый этаж пройти с глушителем. Так что... Я надеюсь, что здесь 12 врагов. Прочитал описание ачивки, там, оказывается, этаж надо пройти первый только с глушителем. А это нормально, что у меня перестало лочиться? Дело это. Окей. Ладно. Почему у меня не лочится на этом? Это на самом деле легко тогда получается. Ну, если вот таких вот дебильных моментов не будет. Так, давайте-ка я сам. Why? The fuck? Ну ладно. Ты тоже сейчас получишь. Да какого члена, слушайте, этот... Ну здесь невозможно просто. Ну вот опять. Так, окей. Нет, все. Все. Патронов просто не хватит. Надо один патрон на человека выписывать. А, ладно, я вообще-то в него прицеливался, но ок. Да бляха-муха! Вау. А ты что идешь сюда? Да вы посмотрите на это же чушь. Тут еще фактор рандома есть теперь, судя по всему. Так. Раз, два. How the fuck?
Нормально. Есть еще кто? Ну все, привет. Печалька. Сколько вас осталось? У меня один патрон осталось. А, остался один? Серьезно? Нет, там еще двое, по-моему, или один. Да. Мне надо вот только с глушителем, да, проходить. Фак! 12 штук, 12 патронов. Все норм. Я смогу. Нет, не смогу! Раз, два, три, четыре, пять. Да почему я не попал-то в него? Ждем. Вынес. 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 Здесь надо за всем уследить. Сложный вход. Да! Почему? Why? Why? Why игра? Отлично. Уже хорошо. Отлично. Ну, отлично, чё? Он теперь на нем залочился. Замечательно, мне это нравится. Обожаю. Теперь он здесь. Найс. What the fuck? Убей меня. Ладно, проехали. Фак, это, конечно, капец. Точность здесь просто нужна шедевральная. Ну как? Ну почему ты? Да я же залочился на нем. Фак! Почему он в другую сторону стреляет? Отлично. Спасибо большое, что ты вышел. Смотри, теперь этот козел выходит. Обалдеть, слушайте, теперь их... Больше в разы. Ладно, у меня комбо зато лучше. Фак. Нормально. Получил пулю, но зато выжил. И убил его. Вот так. Отлично, осталось двое. Эти будут изи. Ну никогда он не поворачивался здесь. И вот когда не нужно, чтобы он поворачивался, он повернулся, естественно. Вот тварь! Капец, слушайте. Жесть какая. Вот когда не нужно, вот повернулся, а? Дело в том, что у меня в прошлый раз, когда я записывал, закончилось место на жестком диске, и теперь мне приходится перепроходить эту миссию, но я сделаю это для вас. Я это сделал. Так, вот на этом месте у меня закончилось.
Ну и что, что у меня комбо будет говёным? Вау! Я, пожалуй, пойду так. Так, здесь парень у нас с чем? До свидания! Братишка, так, где у нас еще? Я уже забыл, я... Только один раз проходил, вот же нич... Невезуха? Фак. Так, окей. Пойду с этим. Что еще тут есть? Кто еще тут есть? Ты. What? Машина простреливается? Ладно, не знал. Возьму пистолет, что ли? Буду гансблейзинг устраивать здесь. Хотя нет, можно и так. Кого-то. Фак, не то выбросил. Ладно, неважно. Где парень-то? Воу, как вас много. Окей, возьму это. Ну, спасибо большое! Тебе тоже. Вау! Набежали. What the hell? Теперь там никого нету. Алло? Спасибо. Тоже неплохо. Я здесь кого-то задел? Ой, простите, задел ваши чувства. А, он пустой. Фак. Ну ладно. Привет. Тебе тоже. И вам здравствуйте. Выходи. Пойдешь, нет? Нет, ну ладно. Так, где тут что-нибудь было? Бита. Или бита? Интересно, с чем он? Yes! Соснул, да? Лососнул тунца. Идем дальше, идем дальше. Время-то идет. Оценка будет дерьмовой. О, привет, дробовик. Мне, конечно, облегчает все дело то, что я это уже видел. Фак! Почти. Окей. Окей. А когда я проходил, у него УЗИшка здесь была. Да вот же дерьмо, я не успел просто сообразить. Как они набегают быстро. Охереть. Как он промазал? What? Привет, собачка. Привет. Да как же так-то? Окей, меня убили. Обосраться их сколько здесь налетает. Вау, вы не заметили этого? Серьезно? Ладно. Ну, с этим оружием просто невозможно. Оно слишком медленное. Да как же так-то? А, там друг... Во! Нет, это... Окей, это был тоже дробовик. Да почему я промазал мимо этой собаки-то?
выстрел, точнее. Спасибо. Все. Здесь вроде бы все. Так. Как же тебя убирать? Нормально? Такс. Вспоминаем, где еще есть народ. Вроде все ок. Не, надо снизу идти, тут окна. С Дмитрием Нагиевым, мало ли. Так. Вау. О, фак, там собака. Щет! Мразюка подколодная! У меня один патрон. Одна пуля вперед! Нет, уже 30, прости. Капец, еле попал. Придется сейчас заново озвучивать все то, что я уже озвучивал. Ну ладно, все для вас. Все для вас. Я проходил этот уровень еще раз. Не, ну хотя реиграбельность здесь высокая, поэтому это было даже интересно. У меня в прошлый раз была оценка C. Какая будет на этот раз? D? За уровень... Эй, ты что за хрен? Думал, что тебе это с рук сойдет, а? С рук сойдет! Я просто здесь работаю! Кто ты? Ты меня пугаешь, чувак! Сегодня твой счастливый день, парень. Этот мешок только что спас твою жизнь. Я сваливаю отсюда. Советую тебе сделать то же самое. Теперь уйди с дороги. Ладно. В прошлый раз все было плохо. На этот раз... чуть более-менее получше. По-моему, в прошлый раз даже левел скор не набрал. Когда проходил. Все было настолько ужасно. Да, сейчас тоже не набрал. Тайм-бонус 0. Вау. C-! У меня в прошлый раз было лучше. Фак. Во второй раз проходить получилось хуже, чем первый. Ну ладно. Но этот уровень сложный на самом-то деле. Правда сложный. Особенно если ачивку пытаешься сделать. Я во второй раз тоже самое, я симулировал все, что я сделал первый раз, как бы. То есть я снова убил всех 12 раз 12 пулями из глушителя. Привет, дорогой, добро пожаловать домой. Я приготовил тебе обед, он в холодильнике. Съем позже, я сейчас не сильно голоден. Да, трудный день был день? Я не уверен, я уволился со своей работы. Ты уволился? Просто так? И твой босс тебе не позвонил? После что? А, позволил. Ты ведь говорил... Слушай, я ушел, и все. И, кстати, у меня для тебя сюрприз, но... Что это? Увидишь завтра, хорошо? Я сейчас слишком устал. Я иду прямо в кровать. Ты еще не будешь ложиться? Я досмотрю шоу, приду через минуту. Там все равно ничего нету. Кошак лежит на диванчике. Это он зевнул так или что? Почему он смотрит вверх? Что у него за зеленая херня на ушах? Чему это, я так не понял. Это ему то ли снится, то ли еще что, но забавно. Вы слушаете радио WOL Miami. Новая свежая музыка каждый день. То, что вы любите, когда вы любите. Это наш девиз. Сегодня прекрасный день. Солнце сияет, на небе не облачко. Такая погода поднимет настроение кому угодно. Сегодня нас ожидает премьера нового горячего сингла от группы Perturbator. Тем временем, послушайте новую песню любимца публики Митча. Мы прерываем передачу для экстренного сообщения. Тропическая буря приближается к Флориде со стороны Атлантического океана. Согласно прогнозам, она достигнет Майами к 7 часам вечера. Предупреждаем всех жителей. Так, как я его озвучил тогда в первой части? Неплохая у тебя машина! Куда мы едем? Я уезжаю далеко. Куда глаза глядят? Мне все равно. Ты уверен? Ты хотя бы знаешь, куда направляешься? Без выбранного пути многие люди ходят по кругу. А такой путь выглядит не очень привлекательно. Я не спрашивал твоего совета. Могу сказать тебе, что эта дорога не приведет никуда.
Или точнее, ты движешься в тупик. Вот куда ты движешься. Ты приближаешься к стене, приближаешься быстро. Но ты ведь уже знаешь об этом, правда? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Скоро увидишь. Кстати, ты забыл взять свою подружку? 21.13 на 22 сентября... ноября 91 года. Майами, Флорида. Мэри! Мэри? Какой неожиданный поворот. Привет, дорогой, извини. Ты бы сделал то же самое, будь ты на моем месте. Люблю Мэри. Я сварила пельмени. Восьмая сцена. Execution. И вот это просто убер-брутальная херня. Я пришел на A с минусом. Неправильно набран номер. Повесьте трубку и повторите попытку. Пип-пип-пип. Короче, вот эту маску дают за прохождение этого уровня. За прохождение этого уровня. Ну, я его получил, просто у меня не записалось. Но я проходил этот уровень с вот этим. Это просто жесть. Это просто адская жесть. Так, ну не так, конечно. Фак, и не так надо было. И не так тоже надо было. Стоять. А вот примерно так. И даже так. А еще он может... Это, видимо, брат и сестра, и... Можно одновременно и пилить пилой и стрелять. Что? Вот так. Вроде как зашибись. А, да как же так-то? Снова не получилось. Ну, мне уже надо делать ревайнд, потому что времени я уже много потратил на это дело. Или нет? А, он постоянно будет вот это мне показывать. Ладно, спасибо, не буду делать ревайнд, так и быть. Окей. Да ёпа мать! Вот это жесть. Они не были такими соображающими, когда я первый раз проходил. Обалдеть. И сейчас обалдеть. Да это же просто охереть. Как я прошел первый раз так быстро этот уровень? Чё такое? Отличненько. Вот, ну конечно, это сложно было предугадать. Охереть. Просто охереть. Как я прошел это дело на А с минусом? У меня застрял только что, видели? Второй человек. Теперь они втроем здесь тусят. Окей. Обалдеть. О боже мой. Я не знаю, почему так сложно. Мне в прошлый раз не было так сложно. Я просто зашел и всех порубил. Я просто зашел и всех порубил в прошлый раз.
Фактор рандома имеет свое место в этой игре. Нет, это жесть какая-то. Что за говно творится? Почему я в прошлый раз так легко прошел, а сейчас не могу пройти? Что за бред? Я не с первого раза даже прошел. Это чушь какая-то. Ну, серьезно? Не хотел я корить. Теперь надо заново перематывать это все. Спасибо большое. Короче, это просто рандом. В этой игре дикий рандом все, потому что я на эйс майнусом прошел. С первого раза. Охереть, а теперь меня убивает этот хер. Да вы посмотрите! И это хер, да посмотрите, он застрял. Он застрял, да пошел все в жопу! Они как это говно делали вообще, а? Почему он застревает в двери? Он не может повторить весь все то, что я сделал, что ли? О боже мой. Ну короче, вы поняли все. Это бесит. Почему ты вышел? Охереть! Охереть! О май гад. Опять он застрял в двери. Опять он застрял в двери. Почему теперь... Он застревает в двери! Почему? Почему он застревает в двери? Почему ты застреваешь в двери, козел? Слушай, у меня не было таких проблем в прошлый раз. Это все дикий рандом просто вот. Убогий, поганый рандом. Они добавили в свою игру сраный рандом. И теперь я не могу пройти даже первых двух врагов. О май гад. Заходи внутрь. О боже, вы это видите, да? Вот я ничего не могу сделать теперь. Десятикратная гомба, fuck you! Иди сюда. И все потому, что здесь не было чувака с автоматом. Ну, видимо, мне в прошлый раз так же либо повезло, либо еще что. Ладно, это более постоянный уровень. Вроде как. Fuck you. О май гад, ладно, неважно. Забью по-другому. Еще говорят, что это брат и сестра на самом деле. Вот эти вот два человека. Не оба психи. Изи пизи лемон сквизи! Ну, первый уровень. Это рандом был! Реально рандом! У меня не было такого рандома в прошлый раз. Я просто спокойно прошел. Вау. Вы видите, как глючит он, да? И у меня ни разу он не застревал, когда я в первый раз проходил. Сори за это, но это был бред. Слушай, я не знаю, я говорил тебе. Что-то странное происходит. Понимаешь, о чем я? Видишь это? Смотри, вон там. Видишь? Что это? Наверное, мне что-то подсыпали в стакан. То есть... Этого просто не может быть. Это словно... Ого, это маски? Мы что, в джунглях? Я хочу в джунгли. В общем, я ухожу. Я тебе об этом говорил? Хватит, слышишь? Я ухожу. Все, хватит. Что? Ты бьешь меня? Я просто хочу домой. Ты можешь позвонить Мэри. Она заберет меня. Это кровь? Я истекаю кровью. Мне нужно в больницу. Парни, слушайте, я просто хочу домой. Короче, жуткий рандом был. Только что. Просто жутчайший. Но это уровень проще, чем предыдущий. Комбо! Хера себе набил комбо. Я получил очко больше, чем в прошлый раз. Вау, намного больше. Сколько? Какая оценка?
Я! Самый босс! Ладно, все, я все.